Відкрита трибуна. У Мінсоцполітики особам з інвалідністю пропонують надати першочергове обслуговування на касах. Що думаєте з цього приводу? Ну, воно как бы было так незыблемое, да, вне очереди обслуживаются инвалиды. Но я не знаю. Ну. Нужно делать отдельную кассу, как для людей с ребенком, точно так же для инвалидов, где будет постоянно сидеть человек и обслуживать. То есть, если это будет приоритет в плане того, что нужно его будет пропускать, возможно, много непонятных ситуаций. Для людей, которые ограничены в чем-то, это хорошо. То есть люди, что ну, они главное, чтобы за ними была забота какая-то, понимаете? Потому что они очень одиноки, одиночество – это самое, наверное, худшее, что может быть всю жизнь человека. Ну, это правильно, это давно пора так сделать. Даже те же к подъездам, инвалид, допустим, он не может даже подняться по тому же ступенькам, которые они раз сталкивался и помогал. Потому что он встал, и все, ну куда ему ехать? Ну это, конечно, может даже отдельную кассу для них сделать просто, и все. Я не могу сказать, что эти люди ограничены. Если они будут так себя чувствовать, наверное, то будет еще хуже. Наверное, все-таки этим людям надо чувствовать себя более комфортно. Если мы будем поддерживать такие вот вопросы, я спокойно постою в очереди, думаю, что и родители детей тоже научат, чтобы они не капризничали и так далее, не говорят там, я мать, я же мать и так далее. Да? Я думаю, что это нормальная такая тема, я думаю, что поддержать ее нужно будет. Это правильно, потому что у нас две руки, две ноги, и мы ничем не обделены. Мы можем постоять немножко и пропустить, и наоборот. Я бы даже сказал, чтобы сделали бы отдельные кассы для них. Открыта трибуна.